Анонс и точная дата выхода 303 и 304 серии турецкого сериала «Клятва». Новые серии сериала будут выходить 16 и 17 января. Серии будут выходить по одной в день. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что после того, как Джимре спасла Фариде от хулиганов, то привела ее к себе в дом. Талазу это все не нравится, но Джимре поступает так, как считает нужным. Джимре проникла в особняк Тархунов для того, чтобы оставить вещи, которые ей отдала Фериде. Когда Эмир вошел в комнату и увидел свадебное платье Фериде, то очень сильно удивился и не понимает, откуда оно здесь взялось. Он выбежал из особняка и увидел Джимре, которая уходила от дома в спешке. Эмир отправился следом за ней для того, чтобы проследить. Эмир узнал, что Фериде находится у Джимре и решил с ней поговорить. Он предупредил Фериде, чтобы она держалась подальше от их семьи, и Эмир даже имени ее не хочет слышать. Такого предательства он никогда не сможет простить. Джимре предупредила Эмира, что если он уйдет от Фериде, то совсем скоро сильно пожалеет об этом. Сейчас он совершает большую ошибку, и когда захочет ее исправить, то будет уже поздно. Кемалю позвонил человек, с которым он видел Кумру. Мужчина сказал о том, что он не может жить с таким грузом и должен обо всем рассказать. Когда Нарин обо всем узнала, то она сразу же нашла Кумру и стала ей все высказывать. Нарин сказала, что Кумру больше никто и простит ее покинуть этот дом. Кумру была очень зла и толкнула Нарин с такой силой, что она упала на пол. Напомним, 303 и 304 серии сериала будут выходить 16 и 17 января. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.